Нашел супер заработок, где вам за каждый запрос в Гугле платят. Я Оскар научил печатать, сейчас он будет сидеть, делать запросы и мне зарабатывать деньги. Я, кстати, их даже положил здесь, чтобы он сидел и мотивировался. На, понюхай, Оскар. В общем, давай, сейчас целый час сиди, печатай, я приду и посмотрим, сколько ты заработаешь. Ну, а я пока пойду, чаек налью, не знаю, там, фильмы посмотрю, побалуюсь. А, хотя, погоди, я же хотел тебе напомнить. Даже не понял, где деньги? Где Оскар? Чё? Мастер Ринго лох? Чё за Мастер Ринго? Кто это такой? Привет, всем привет. Сегодня вам покажу 5 максимально. И кто это такой? Ай, ладно, пофигу. Самое главное, хорошо, что это не я. Начну с топового и невероятно прибыльного приложения Bitmain. Тут можно заработать 5000 рублей, играя в обычную игру. Сейчас я вам прям все по шагам покажу, как это сделать. Жмем старт. И перед началом появляется 20 уровней, наша задача их все пройти. Выбираем уровень, на котором я остановился. И это известная игра Pac-Man, где вам нужно бегать от привидения и вот так вот собирать монетки. Как только вы соберете все монетки, значит уровень пройден, ну и соответственно вы заработали деньги. И давайте я сейчас попробую его пройти, не отвлекаясь. Все, я уровень прошел, нажимаем continue. И сейчас я могу посмотреть рекламу и за это в следующем уровне получить 2 жизни. То есть привидение сможет меня убить только аж с 2 раз. А можно рекламу не смотреть и сразу начинать проходить третий, более сложный уровень. И как видите, тут уровни довольно-таки простые. И как только вы пройдете эти 20 уровней, то вы, получается, заработаете вот такую вот сумму в биткоинах. По сегодняшнему курсу это примерно 4,5 рубля. Вы скажете, блин, как-то мало. Да, немного, но эти уровни вы пройдете, блин, буквально за минут 10-15. После этого вам вот выдается еще 30 уровней. За их прохождение вы получите немножечко больше. Если быть точным, уже 45 рублей. Дальше вам выдается еще 50 уровней. За их прохождение вы получите уже 100 рублей. И в самом конце этой игры вам выдается всего лишь 3 сложных уровня. И за их прохождение вы получите 0,01 биткоин. А это 4,5 тысячи рублей. За 3 уровня. Прикиньте, это же просто кайф. Минималочка на выплату здесь вот такая. То есть проходите 20 уровней и можете вывести свои первые 5 рублей. Потом прошли следующие 30 уровней, с них вывели 45 рублей и так далее. Если у вас нет биткоин кошелька, то советую скачать вот такой вот Trust Wallet. Это такой же кошелек, как и Kiwi, только здесь можно хранить криптовалюту. Вот здесь вам выдается ваш биткоин кошелек, вы его копируете и в приложении вставляете. А затем деньги отсюда можно в рублях вывести на Kiwi, на Payeer или на банковские карты. О том, как это сделать, я рассказал в одном из прошлых видео, оно сейчас появится в подсказках, обязательно посмотрите. Дальше идет приложение Coiners с супер простыми способами заработка, с которыми справится абсолютно каждый из вас. Первый — это стирание карт. Есть два вида карт, серебряная и золотая. Из серебряных вам может выпасть от одной вплоть до 5 монеток. Стираем, смотрим, и нам выпало 4 монетки. Чтобы ее собрать, нужно, естественно, глянуть рекламу. Закрываем рекламу и да, деньги на балансе, и так стирать эту карту можно 50 раз в сутки. В золотых картах вам выпадает от 5 до 10 монет, но их стирать вы можете 25 раз в сутки. Дальше это обычное колесо удачи. Крутим, и нам рандомно выпадает от 0 до вплоть 10 монет. Так крутануть можно 25 раз в день. Давайте крутанем и посмотрим, что нам выпадет. И блин, мне не повезло. Выпало 0 монеток. И напоследок, это игра крестики-нолики. Вы играете против телефона, и если побеждаете, то вам выпадает от 1 вплоть до 5 монет. Победить тут, кстати, довольно легко. Давайте я сейчас это попробую быстренько сделать. Вот ставим нолик. Все, я победил. Смотрим, и мне за это дали 1 монетку. И смотрите, зарабатываете вы здесь вот такие вот монетки. Они автоматически переводятся в доллары. А как вы понимаете, курс доллара сейчас очень сильно поднялся, поэтому зарабатывать в долларах супер, супер выгодно. И вот смотрите, 46 монеток — это 0,07 долларов. То есть это примерно 1 рубль. Хотя я поработал тут, блин, буквально 2-3 минутки. Минималка на выплату здесь 10 долларов. Раньше это было 700 рублей, сейчас это 1300. Я же говорю, что это выгодно. Выводят заработанные деньги в течение суток на PayPal кошелек. Мне кто-то говорил, что PayPal у нас не работает, но нет, лично у меня вот, все четко работает. У меня даже на балансе уже накопилось 12,5 тысяч рублей. Единственное, я сейчас бы не советовал с PayPal выводить деньги на ваши банковские карты напрямую. Лучше выводить через обменник BestChange. Вот в этой колонке выбираем PayPal
доллары, а здесь платежку куда хотите вывести, Kiwi, Payeer или банковские карты. И среди этих обменников выбираем удобный и переводим. Дальше идет приложение с минималкой на вывод всего лишь 5 рублей, то есть вы здесь можете вывести деньги спустя 5 минут после первого запуска. Платят здесь вам за то, что вы играете в простую игру. Вот, нажимаем play, и на каждый раунд здесь выдается разное задание. Вот, например, сейчас надо собрать 13 шоколадок. Нажимаем play, и чтобы их собрать, надо просто соединять одинаковые по цвету биткоины. Вот, соответственно, взяли вот так вот оранжевые, соединили, и несколько шоколадок заодно зацепили, и все, собрали. Осталось собрать 9 шоколадок. И на каждый уровень вам выдается определенное количество ходов, и за это количество ходов вам надо выполнить это задание. И давайте я сейчас попробую это быстренько сделать. Все, я необходимое количество шоколадок собрал, и за это заработал 8400 монеток. И так с каждым уровнем вам будут платить все больше и больше, а эти монетки — это по сути есть реальные деньги. 1000 таких монеток — это приблизительно 0,0001 биткоин. То есть если переводить в рубли, это примерно полрубля. И так здесь за сутки можно в легкую набивать свои 100-200 рублей, а выводят заработанные деньги минимум от вот такой вот суммы в биткоинах, это ровно 5 рублей. Вывести заработанные деньги можно на Coinbase кошелек. Coinbase — это обычный кошелек, грубо говоря, как Kiwi, только здесь вы храните криптовалюту в виде биткоина. И кстати, при регистрации в этом приложении вам надо указать именно почту от аккаунта в Coinbase. И при выводе все, вам больше ничего не надо указывать, деньги сразу придут на ваш Coinbase аккаунт автоматически. И о том, как с Coinbase вывести, я уже вам тоже рассказывал, ссылочку на это видео я оставлю здесь, в подсказках, обязательно гляньте. И напоследок, как всегда, самый прибыльный и самый необычный способ заработка — это браузер Abaqu. Да, это не приложение для заработка, не игра, это обычный браузер, в котором вам за каждый запрос платят реальные деньги. Да, вот, пишем любой запрос в Google, жмем найти, и все, за это нам заплатили. То есть вы можете пользоваться браузером как обычно, искать информацию, и вам за это на полном пассиве будут капать деньги. Но я вам не советую каждые 5 секунд вводить, искать запрос, потому что браузер это видит, и в таком случае он может вас просто заблокировать за спам. Я советую делать так: ввели запрос и перешли, например, на какой-нибудь сайт. И дальше просто листаете этот сайт, например, 5, 10, 15 секунд, вернулись обратно, зашли на другой сайт или сделали следующий запрос. Так мы будем делать вид, что мы реально что-то смотрим и как будто что-то ищем, и в таком случае, конечно же, никаких блокировок не будет. Также смотрите, здесь есть вот такой вот индекс. Изначально он у каждого из вас будет 7, и чем больше вы ищете информации, чем больше сайтов открываете, чем больше находитесь времени в этом браузере, тем больше этот индекс и тем больше вам начинают платить за каждый запрос. То есть это, можно сказать, уровень доверия к вашему аккаунту, и чем он выше, тем больше вы зарабатываете. Плюс ко всему, деньги на баланс здесь зачисляются один раз в 24 часа. То есть сегодня полазили по сайтам, сделали запросов, а уже завтра эти деньги приходят сюда, к вам на баланс. И так происходит каждый день. И платят тут по-разному. Первое время вы будете зарабатывать немного, в районе где-то 100 рублей в сутки, если будете активно пользоваться браузером. Но по мере повышения вашего индекса, ваш заработок будет все расти, и может вырасти аж в 5 раз, а сами понимаете, это уже 500 рублей в день. Плюс ко всему, здесь платят в долларах, а как я сегодня ранее сказал, это супер сейчас выгодно. Вывести здесь можно многими способами, но для жителей России и стран СНГ доступно 2 способа. Первый, вы можете вывести деньги в игру Roblox, и затем эти деньги можете в нее там задонатить, что-то купить, либо вообще продать с этой игрой аккаунт за реальные деньги. Минималка на вывод, вот, 10 долларов, это 800 робуксов. Ну, видимо, это какая-то игровая валюта, я не знаю, в эту игру не играю. Либо можно вывести реальными деньгами на кошелек PayPal. А как с него вывести в рублях на наши кошельки по типу Kiwi или Payeer, я уже сегодня рассказывал, так что уверен, что теперь точно каждый из вас может отсюда получить деньги. А также советую посмотреть видео, где я показал похожий браузер, который тоже платит за каждый запрос, только платит он моментально. И, конечно же, ставьте лайк, обязательно подпишитесь на канал, пока!